Zeppelin. Февраля 1988 года. Гонка на 30 километров. Первый вид состязаний в лыжных соревнованиях у мужчин. Показавший на лучшее время лыжник станет победителем на этой дистанции. Стартовый номер участника определяет жеребьевка. Участвует 91 спортсмен. Лыжники уходят на дистанцию с интервалом в 30 секунд. У Бундесвана 82-й стартовый номер. Стартуя одним из последних, он имеет некоторые преимущества. Его главные соперники уже на лыжне, и он будет знать время, на которое должен ориентироваться. Еще до старта он получил от тренеров и товарищей по команде ценную информацию о погодных условиях, состоянии лыжни и надлежащей мази для лыж. Во многих случаях результат гонки может быть определен задолго до начала соревнований. Рано утром перед стартом лыжники и тренеры пробуют подобрать мазь для лыж. Часто этот выбор решает судьбу спортсмена. Победа или поражение ожидает его на финише. Один за другим уходят спортсмены со старта. Порядковый номер лыжника позволяет участникам соревнования ориентироваться, насколько удачно они проходят дистанцию. Информация о том, обгоняешь ты или отстаешь, поступает мгновенно. Приблизительно через 40 минут после первого участника на лыжню выходит Гундесван. 4 года назад он был третьим на этой дистанции, уступив золотую и серебряную медали двум советским лыжникам Николаю Зимятову и Александру Завьялову. Позади треть дистанции. На отметке 10 километров видно, что Гундесван занимает всего лишь 12-ю позицию и отстает от лидера больше, чем на 40 секунд. По мере того, как продолжается гонка, его позиция ухудшается. После 20 километров он отстает от лидера больше, чем на 2 минуты. Не лучшим образом складывается гонка его товарища по команде Торгни Мограна. Могран и Сван с детства всегда выступали вместе на соревнованиях, и до Калгари Могран опережал Свана на розыгрыше Кубка мира. На финиш первыми приходят лыжники из Советского Союза и Норвегии. Алексей Прокуроров и Владимир Смирнов. У них золотая и серебряная медали. Вегард Ульванг из Норвегии. У него бронза. Гундесван финиширует 10-м. Сразу за ним на 11-м месте Торгни Могран. Гундесван. 1 hour 27:30.